Всем привет, ребят, с вами Лего Импульс. Здорово. Сегодня мы посмотрим новую обнову, и Импульс у нас в роли зека за решеткой. Иди сюда. Сегодня мы находимся в тюрьме. И, в общем-то, какая ты говорил, чтобы сразу прояснить, у нас сейчас обновление стоит 7.5... 7.8.57. Ну, понял, короче, вы поняли. Короче, мы хотели вам еще показать подъемы в доме, которые люки и так далее, но их сразу же почему-то выключили. Они остались в 7.7.7.55. Ну ладно, мы посмотрим вот на такую вот жесть. Она у нас появилась в планах постройки. Называется как, называется как каркас. И в каркасе вы уже выбираете различные элементы, которые вы бы могли построить. От тюремных дверей, тюремных решеток до сетчатых дверей, сетчатых заборов. И есть еще двойные бронированные проходы, деревянные проходы и двойные металлические. Ну, короче, вот как это... двери. Да, вот это все как выглядит. В общем-то, это все крафтится. По крафту, в принципе, вот витрина мне понравилась, 600 дерева. Это как раз-таки сбылась мечта для торговцев. А вот двойная бронированная дверь, 800 дерева, 1000 фрагментов металла, что, в принципе, я бы сказал, не так и дорого, но и позволяет ходить вам вдвоем. Из решеток мы, естественно, потестируем, сможем ли мы простреливать. Подожди, она не простреливается, что ли? Что за бред? Нет. Ну-ка, встань туда, а я здесь. Тогда нужно ее всегда строить. Стреляют по мне. Подожди, а я по тебе простреливаю? Убери год-мод. А, так у меня убран. Убран. Идет, короче, фиксация дамага идет, а дамаг не проходит. Дамаг не проходит. А сюда давай попробуем через решетки. Ой. А здесь проходит. Короче, ты ко мне сейчас как прилетишь? У тебя же есть спальник? Да. То есть решетка почему-то лагает. Знаешь, в чем проблема, наверное? Смотри, чем? Видишь, здесь очень мелкая решеточка. Да-да-да, и он их, видишь, не может зафиксировать. За... Да. Смотри, по тебе прям пролетает пуля, они прям в тебя. Они прям в тебя, они прям вижу, как в тебя регаются. Даже хедшот проходит, даже у тебя на голове черная вмятина. А здесь, видишь, как-то дырочки побольше. А здесь по дырочкам можно попасть. Далее, вот у нас двойные проходы, на которые можно, естественно, ставить замок. Это очень круто. То есть мы теперь можем при рейде или при защите сразу вдвоем выбегать, втроем и вообще всей армии. И самое четкое, это палатка торговца. Вы можете торговать, то есть... Здесь, кстати, на нее замок можно налепить? Давай попробуем, сейчас поставим. Давай. Замок. Да, можно замок поставить. 5-5-5, допустим. Попробуй зайти без пятерок. Как говорит, попробуй пропрыгнуть, залезь ко мне через это, через окошко. Ну что, типа, готовы ли вы к жесткой торговле? Ты где там? Идешь сюда? Нет? Да-да-да, я пульки собираю, чтобы если не получится перепрыгнуть, убить. Ага. Самое главное, что мы здесь хотели еще посмотреть, это четырехкратный зум. Так, я закрываю, стой. Попробуй в окно залезть, как-нибудь ко мне пробраться. Закрыто, ну-ка. Давай-давай. И чё? А, так не влазит? Да-да-да. Я могу здесь поставить сундук, и там будет лут. Я такой, я торговец. О, а урон проходит. Подожди, а деревяшка... А, но она ломается, потому что она деревянная. Да-да-да. Ясно. Вот, в принципе, все и проходы. Хотели вам еще... Не, но все равно интересно придумали. Конечно, интересно. И еще хотели вот здесь вот люк сделать. Чего? О, здесь решетку можно делать. Кого-нибудь посадить, допустим, какого-нибудь Флаффи, чтобы он сидел и не тупил в своей клетке. А, смотри. Чего? Где ты? Ой, не вижу. Ну, выйди к этой. Вышел. О, это план передачи лута, да, что ли? Да, чтобы тебя не убили, ты просто на дистанцию. Серьезно? Забрал, серьезно? Да? Такой хоп-хоп-хоп, ушел, да, и на ТП жив. Улетел, вот так вот заныкался. И здесь стоишь, в одну точку смотришь. Вот так вот и выглядит зум четырехкратный. Сейчас мы будем стреляться. По постройкам все классно. К сожалению, они сказали, РПГ-системы не будет и вайпов глобальных не будет. Но это пока что. Да, это пока что. Они же хотят все-таки... Опа-на, у меня подвесон такой случился сильный. У тебя не было? Нет. Они, в общем-то, хотели сделать... уже потихоньку переходить на эти РПГ-системы, но пока приостановили. То есть вот так вот теперь могут выглядеть постройки. Я советую пока в баге строить уже вот эти клетчатые сетки. Ведь них урон не проходит, а вы видите, что происходит. О, ночь, фонарик, это просто вообще божественно. Очень классно. Вообще классно светит, кстати, прям супер издалека.
Прям издалека вообще. Угу. А ты можешь день опять поставить? Так, нам нужен день. Да. Фонарики светят классно, но давайте теперь протестируем. Не протестируем, а посмотрим со стороны, как на модельках выглядит четырехкратный зум. Вот так вот он на калаше выглядит. Давай там вот на пулике. И я вам скажу, ребят, что макросы теперь будут рулить в игре Rust очень сильно. Да, тут я вам, да, я вам примерно покажу сейчас. Ты попробуй, убирай. А, поставь God Mode, я покажу, в чем вся, весь прикол четырехкратного зума. Ставь God Mode, смотрите, я ухожу на какую территорию сейчас. Поставил. И смотрите, что сейчас будет вообще с моделькой импульса. У меня нету макросов, повторяю. У меня есть только моя рука правая, которую я... при помощи контрола, чтобы приседание, при помощи вниз мышку, когда держу, чтобы гашетить отдачу. Вот так это выглядит с четырехкратным зумом. Повторяю, у меня нету макросов. Сколько я хедов садил, я даже понятия не имею. То есть теперь пулик с четырехкратным зумом — это просто имба дичайшая. Пускай там говорят всякие волосатые мудаки, что это не так, но это реально так. Это не нужно было вводить в игру, серьезно. Это будет дисбалансить очень сильно. Потому что теперь каждый паренек, я даже вам скажу больше, теперь даже будет рулить вот эта вот обоссанная винтовочка. Сейчас я ее попробую, покажу опять прицел, где вот он, вот он, скоп-прицел. Сейчас бомжи винтовочку поставлю. Кстати, представляешь, они мельницу вернули, что ли? А почему я поставить не могу? Она только на фундаменте. Мельница была, всегда она была, ее не убирали. Ага. Так, теперь, допустим, я бегу с этой вот говной штукой. Ее вот уже откидывает. Ее тяжелее контрить, но все равно можно попадать. Давай-то теперь тогда с каждым видом оружия по ПВПшимся по-настоящему. Только давай. Подожди, стой. Надо выбрать чисто поляну длинную. Это ты с чего? Дробовик. С дробовик зеленой пулей? Да. Прилетело в кочегарку. Ну, как-то оно не. Осталось 75%. И даже без кровотечения. Что ты сделали с дамагом? Очень большая отдача дробовика. Я даже в перите не смотрел. У тебя сколько вот? Сколько у тебя сейчас осталось ХП? Стоп. В общем-то, сейчас, подожди, я медики себе поставлю. Прикол в чем? Прикол в том, то, что либо нужно дамаг фиксить, либо тут скоп надо убирать. Сколько вот? 10 хп снял. Ну вот они, значит, дамагу пофиксили. Сейчас попробую подальше отойти. Вылечился? Да. Сейчас сколько? Тоже 10? Вообще 6. Капец, сейчас дальше отойду. Че, дальше вообще 3 будет? Ну зачем вы из Раста делаете РПГ? Это же шутер. Блин, в тело 7. Попал. Сейчас в голову попробую. Да что такое, верх нужно уже брать, нифига себе. 20 снял. Сейчас, подожди. Эх. 20 снял опять. Это тебе в грудь попадаю, не в железку, чисто тебе в тело прилетает. Да что такое, 7. Теперь по лицу попало. Это тебе в грудь прилетело сейчас. Сейчас попробуем в голову дать. Вот. 6? 14 хп. Понятно. А теперь можешь полностью вылечиться и снять каску? Давай, снял. Стреляю. Чё? О, 54 хп и 55 хорошо. Течения. Так, ты давай вылечись сейчас полностью. Попробуй издалека, без шлема. Видите, в чем прикол? В игре все равно очень тяжело будет убить модельку, даже имея скоп читерный, но это все исправляется при помощи пулемета и при помощи болтовки. Блин, попал в руку тебе. Сейчас, секунду, отхилюсь. 19 хп снял. Вот в руку, прикинь, больше отнимает, да, чем нежели в грудь. Вот сейчас ты ровно прям стоишь. Вот хэд. 44 хп и 45 кровотечения. На 10 меньше стало. Ну-ка, если попробую вообще на дальняк. На 10 хп убавилось от расстояния. Вот. Столько же сняло. Понятно. То есть это максимальное расстояние. Теперь одень каску, и мы возьмем болт. С болта, по идее, если я попадаю в глаз, сразу должно убить. 25 хп снял, 24 кровотечения. Печально, очень печально. И при этом звук хеда был. Да-да-да. Это очень печально. Готов? Да. Сейчас. А я чуть выше стреляю, здесь уже... Вот, все. Попал в районе затылка куда-то, то есть не в маску. То есть болтовка решит ваш вопрос только тогда, когда вы попадете не в маску. Но...
это уже становится, ну, получит. То есть издалека стрелять с четырехкратным зумом, это круто, да. Теперь мы попробуем разыграть войну. Ты сейчас это сразу можешь себе накрутить что-нибудь. Ты в первом доме, да? Я лутаю себя. А, лутаешь себя. Угу. Скажешь, когда готов. Ты лутаешь себя, точно? Где ты? Это я тебя не вижу. В смысле, ты лутаешь себя, лутаешь себя. А, попал по ноге, увидел, где-то там хрен знает, как вообще попал по тебе. Бери пулик, бери патроны. Пулик или калаш? Пулик, пулик. Калаш, калаш тоже, ну ладно, вот сейчас я, пока ты одеваешься, можно я просто попробую тебе разок попасть. Можно калаш, пулик и болт, то есть, да, и... да. И по очереди проверим, что каждый как себя ведет. Так, я бы хотел протестировать первый тогда калаш, самый он такой. Давай еще определим, какие патроны. Простые, простые, больше никакие. Обычные, просто простые. Понял. Да, потому что в основном все всегда бегают с обычными, и ничего придумывать лишнего не надо. Вот я, допустим, как обычный боец, хожу, брожу. Я по-любому буду ходить с четырехкратным зумом, ну, потому что это имба, неважно, калаш, не калаш, болтовка. Но мне кажется, болтовка и пулемет — это самые будут идеальные решения для всей этой фигни, для всех этих разборок. Чувак подходит, допустим, к вам, вы его видите, и просто гашетите вот так вот. И если бы не было этой сетки, я бы тебе разок попал бы. У пулемета и так дамаг больше, а отдача, грубо говоря, такая же, почти. Так, ты готов? Давай на калашах. На калашах давай. В чистое поле тогда выйдем. В смысле, идем друг к другу или сдали? Издали, в чистом поле. Просто стрейфимся, садимся, что хотим, делаем, но только без этих... Без заграждений. Так. Где ты только тебя найти бы? Да, понял, вижу тебя. Я тут. Так, ты там будешь... Давай сюда поближе. Так не, я к тому же начнем, будем бежать и уже стрелять друг друга. А, давай. Ну все, стартуем. Что, поехали, тогда? Давай. Поехали, давай. Садиться, по ходу дела, надо, да? Ты мне два раза попал. Мансую, на тебя иду. И 17 патронов осталось. Тебя что-то не вижу. А, вижу. Я тут в дизине просто. Ага. Офигеть, да? Сложил? Да. Я тоже твою голову видел, но почему-то разбрасывал у калаша неплохо. Сейчас попробую лутануть себя. То есть, в принципе... Мне кажется, что полегче стало. Хотя с калашом не уверен, но... Либо просто у меня так не вышло. Так, сейчас давай, что, с этими, с болтами? Можно еще раз попробовать с калашами, только уже вот тут вот. Давай, смотри, сейчас оденусь. Отсюда до туда. Сейчас, прям сейчас, в открытом сейчас. Поле, без низин. Без низин, давай. Так, все, я одел, патроны давай, не взял. Смотри, вот там, вот тут. Или давай сейчас. Лучше я туда, ты тут стой. Стой тут. Давай, ага. Так, это я взял. Перезарядил. Видишь меня? Сейчас, подожди. Без аптечек или что, или с аптечками? Давай с аптечками. Но я думаю, тут не будет времени. Не помогут, да? Так, где ты? Ага, я вижу. Вот, видишь меня? Все, поехали. Ну давай. Давай, раз, два, три. Я в этом прицеле даже не вижу. Я вижу, как ты мансуешь, прикинь, от пуль. Я вижу, как ты мансуешь, падла. Патроны кончились, ладно. Сейчас тоже перезаряжаю. Ты уже перезарядился, что ли? Ну, короче, я не знаю. Мне кажется, для калаша прям такого опа сильного нету. Нет, вот он есть, но смысла в нем нет. Отдача идет больше, чем... Отдача, да. Вроде видно, вроде ты такой... Хороший парень, но что-то не выходит, как будто бы, кажется. Угу. Давай теперь что, проверяем пулик. Пулик, я потом, наверное, болты. Да, но пулик... Болты уже нужно тогда с укрытиями, но там что, один выстрел в голову, если еще и в каску не попало. Уже, вот, ты будешь в домике, я буду в том домике, и будешь стреляться. Так, это сделал. Что, такое же расстояние по полю? Да, давай. Все, я...
Но пулик это забей, у него отдача поменьше, чем у калаша, и он будет жару мутить. Вы что, смотрите, как далеко получается. Все, раз, два. Сейчас, секунду, я отхиливаюсь. Давай, давай. Далеко очень. Все, отхиливаюсь. Очень. Давай, раз, два, три. Нет, с пулика издалека тяжело сифонить. На полную. Заливом, да, а так нет. Заливом надо поближе. Так, сейчас попробую еще. Опять вставай туда, пойдем еще на пулик. Попробую, как ты, по одному, по два. Но он зло, ты мне два раза попал, и все. Я кончился сразу. Так там хед был, поэтому зло. У меня осталось 9 хп после хеда. Пулик вообще злая тема на самом деле. И если точно стрелять с этим прицелом, то он уже будет жарить. Я готов. Сейчас, подожди, вылечусь. Ты прописал бы себе 1000 аптечек. Так. Все, я готов. На давай. Счет 3. Раз, два, три. Лол. Сразу первая пуля, чтобы вам хэт. Да, да, я уже понял. И остается, и там практически не остается хп вообще. Там все, там до свидания сразу. Ну, так, смотри, как тебе тпшнуться? Ты меня один раз попал, мне сняло 35 хп. С пулика, зажимом, зумом хорошо на средней дистанции. Никогда совсем далеко. Так, я не могу тебе тыпануться, у меня 60 хп. 60 секунд. Надо спальничек. Угу. Так, куда меня? Я не вижу ничего. А, вот вижу. Так, сейчас лутается. Че, пойдем на болтовках? Да, давай на болтовках. Ну смотри, давай тогда будет там, где наши двери, а ты будешь вон в том доме. Давай сейчас. Там как раз окна все дела. Болтовочка есть. Золотая, скажешь. Патроны есть. Так, где, куда, говоришь, мне идти? Золото? Да. Ага. А ты где будешь? А я буду вот там. Сейчас я Kit Medical себе пропишу. Kit Medical, там, где двери. А, я понял, с той стороны. А как пробить? А, двери, чтоб открытые? Ну, все тогда. Сейчас открой дверки. Да, вот так нормально. Че, все, стартуем? Ключатую брать тогда надо, ключатую хер попадешь. Ну, в смысле, у тебя же тоже есть стены, чтобы прятаться. Ну, ладно. Мне хоть ладно. За что-то прятаться надо. Скажешь, когда готов. Стрельнем в эту дверь, сейчас я посмотрю, проходит дамаг или нет. Еще. Стрельнул. Хедшот попал. Вообще нету дамага, она сквозь меня пролетает. Она читерная пока будет. Да-да-да, она вообще пока самая имбовая. И прям дом можно из нее строить. Ну-ну. А сколько у нее? Посмотри хп. А, 100 хп, ясно. Нет, стоп, подожди, 100 хп? Потом проверим, как она взрывается. Да, а надо бахнуть и все. Подожди, сейчас тогда. Да, ладно, на давай, выходе. Давай, сейчас, а потом взорвем ее. Да, на выходе. Все, погнали? Давай, я готов. Я уже стреляю. Хедшот. Сколько у тебя осталось, интересно? Снял 25 хп и 24. Ну вот, это вот данная говённая маска. Чё, попал? Да. А как? Я же стою за этой, за преградой. Ты меня видишь? У тебя был локоть торчал. Сейчас перезарядка. Давай. Да. Локоть торчит. Фига себе, я по тебе не попал, а ты по мне сходу прям со стрейфа попал. Нормально, сейчас перезаряжаюсь. Тебе надо возвращаться в Раст. Вот тебе. Ой, 8 хп. Куда попал-то ты мне? Я даже не... Когда вверх, влево, вправо, вот так она начинает. Да-да-да-да, это есть такое. Оп. Странно. Чё? Да-да-да-да-да! Зайчик прыгает. Вот тебе! Тебе тоже в хэта попал? Походу где... А, я его убил даже. Нифига себе зло. Ты тут, а импульс? Ты вылетел с теста, что ли, от этого хэда? Странно. Не я, а ты. Я вылетел из ТС из-за того, что у меня что-то там случилось не то. Так.
Сейчас. А почему так? Я тебе дал хэт, у меня аж ТС выкинуло. Да. Ты мне, кстати, 4 хп ставил, ты мне тоже попал. Да? Да. Я там, короче, 2 выстрела сделал ровно в дверь себе. Так, я сейчас беру ракету и смотрим, как это все будет бахаться. Так, обычные ракеты. Взял. Давай, подожди, давай сначала попробуем, может быть, с этого, с гранат. Ну, давай с гранат. Только ими никто не пользуется. Как раз таки, если сетка взрывается с гранат, то будет более полезна граната. Подожди, а может быть тогда с этого, с геологического? Давай сетка. Я взял геолог, сейчас одну кину вот сюда вот. Так, 100 хп, 70 стейбла, прикинь всего лишь с этой штукой. Ну-ка, и сколько? 13. 7 хп снял, забей, геологи вот, 7, можно да. взрывать. Геологи какашка, теперь давай этот выберем. Гранаты кидай. Давай, чё, кидай гранаты. Напиши год true и подойди впритык. У меня что-то нету, а во, вижу. Да нет, зачем год true? Вот, кидай. Сколько сейчас будет? Подожди, подожди, дай. О, наполовину почти. Ну-ка. Две гранаты вот сюда. И нету. Куда я кинул? Две гранаты и нет. Да. Еще и другие сносят. Смотри, о, а у этой 200 хп. И типа, я, если они стоят я 200... Но я вижу, что зацепило. Да-да-да, можно вот так вот дать, а левая стоит, да? А левый 23, нормально. Так, короче, по дверям у нас все как обычно. Здесь дерево, здесь... вот брони на 12. Нифига себе, 1200 у брони. Давай. Так. Сейчас чисто в бронь попробую стрелять. Сколько? 230 хп с ним, 223 точнее. Подожди, что так и получится? Ни хрена себе. Но это... Опоры отлетели, ей да. не помогает. Опор-то 200, смотри, у опор-то 200. Бесполезно ставить бронированную дверь, если у опор 200. Ой. Да бред, а зачем тогда бронированную? Подожди, апгрейди в бронь опоры. Давай, сейчас попробуем. Вообще бред какой-то. Где мой молоточек? Магазин нужно? Вообще отлетит с одного выстрела. Но там дерево держится. Ну понятно, да. А где там ресурс? Так, я сейчас еще ракеты сделаю. Ракеты. О, ракеты есть. Так, ты что там? Сейчас я новую сделаю, чтобы на всякий случай. Пойдем. Давай. Так, новый проем. Опора 4. 400. Ну и что, да. Это также будет? Это бред. И ставь вот теперь, да, баронированные ворота. Я прям посередине буду стрелять. Две вынесет, интересно. Как и обычно, все мы рейдим всегда, типа по 4. А еще вверху поставь две стены бронированные. Я буду прям в 4 штуки стрелять. Давай. Как обычно, вот реально рейдится. И посмотрим, что получится. Во. Так. У них же сейчас очень... Вот у них теперь 1000... у проема 1200. Интересно, слушай, а может быть он их закрыл? Теперь не показывает хпшки проема 200 которых. Или сколько там, 400 было? 400, 400 было, 400. Вот, точно. И где? А нет, чуть-чуть есть. Если вот так как-то дрыгаешься, вот, как-то... Смотри. Но это с этой стороны, это понятно. А я-то вот про эту говорю. Ну, стреляй, давай, стреляй. Вместе соединены они. Сейчас попробую, в перекрестие, как обычно. Ой, считаем ракеты, раз. Ну-ка. Раз ракета, там 800, тут 900, тут 900. Нет, всё, это две ракеты. Отлетает, да? Гранаты, и пока, и да. Так. 14 хп дверного проема осталось. То есть последний выстрел и просто все отлетит сейчас. Это как можно какашка. Даже гранату кинуть. Ну-ка, натуре. Две ракеты и вот вам, пожалуйста, граната, блин, она отлетела не туда, ну, или заденет. Задело. Задело. Да всё, ну, нету. Бред. И зачем он... Это просто, получается, сделано, чтобы улицу защищать. Никогда не стройте на этих проемах стену вашу главную. Это бред вообще. Только это бред даже для улицы, если ты делаешь такую защиту. Конечно, бред. Копалки, какой-нибудь карьеры или что-нибудь еще такого, это бред вообще. Слушай, я тогда пришел, не понимаю... Пришел, гранатами закидал и все. Ага. Я не понимаю, какой смысл тогда от нее? Это же бесполезная обнова получается. Может быть, пока что такая будет, а потом что-то переделают, посмотришь, что вообще... Ты просто давай. Сносишь за счет них еще быстрее рейда. Давай, говорит. Чего ты? Да уж. И то у бронированной ни у кого не будет. У всех каменные будут. Смотри, две гранаты и прощай. Ну ладно, не две. Я неправильно кинул. Да не, сейчас смотри. Сейчас все нубасы кинутся на эту тему. И начнут строить эти проемы, и рейд будет еще легче. Вот так вот просто
Что такое? У меня опять повис раз. У тебя повис? Меня еще взорвало нафиг. Давай, попробуй. Давай. Да. Ну что, ребят, вот такая вот у нас обнова. Я не знаю, решайте сами, стоит ли вам строить эти двойные блоки. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока.